Все понятно. Относительно теракта в Сталинграде. Значит, могу сказать про совершенно определенно, что уж дагестанским ваххабитам, ваххабитам он был не так не сяк, понимаете? Это был, этот теракт выгоден только тем, кто валит Владимира режим Путина. Все понятно. Сейчас идет борьба. Есть две гадины. Есть режим прогнивших силовиков, там, либералов силовых, есть либералы прозападные. Либералы прозападные, тоже силовики, пытаются свалить Путина. Сейчас теракты работают против Путина. Взрыв произошел после бирюлевского, так сказать, события, после бирюлевского возмущения справедливого и перед русским маршем. Сейчас любой теракт будет играть против Путина. Вот смотрите, распустил. Он вообще какая вертикаль, она даже порядка не может обеспечить. Поэтому здесь не ваххабит. Здесь, скорее всего, тот клан. Вторая гадина ввалила деньги, а ваххабиты стали, так сказать, смертники и исполнители. Потому что никакой свободы там Дагестан это не принесет. Да и Дагестан-то на свободе умрет, на самом деле. Он дотационный. Думаю, что следует, поскольку в Путина сейчас вцепились, как ему в загривок вцепились, все время трепет. Не получилось, спусирает там с Димой Яковлевым, там с Белоленточным. Сейчас на русских, сыграем на русском национальном возмущении мигрантами. Соответственно, думаю, что логично будет ждать, конечно, теракта в Москве. Логичнее всего было бы. Я, конечно, не гадалка, да не ясновидящий. Но я не удивлюсь, если здесь раздастся взрыв метро.